Сын Олега Кожемяка ушел служить в армию. Об этом губернатор написал в своем блоге на сайте portamur.ru. Олег Кожемяка признался, что для его семьи это волнующее событие. Цитата. «Отсюда мой дед призывался на Первую мировую, отсюда отец уходил на Балтийский флот и прослужил 5 лет. Волею судьбы и сын призвался из Амурской области на Тихоокеанский флот. Для мужчин служба была, есть и будет священным долгом. Пусть служит достойно, а мы будем ждать». Олег Кожемяка отмечает, что в последние годы условия в армии изменились. Призывникам разрешено иметь сотовый телефон. Денежное довольствие составляет 2000 рублей в месяц, а гражданские функции в военных частях переведены на аутсорсинг. Поэтому солдаты будут заниматься исключительно боевой подготовкой. Кстати, весенний призыв в этом году продлили на 2 недели, до 15 июля, чтобы избежать недобора. В прошлом году ряды защитников Отечества пополнили 800 амурчан-срочников. В этом году набор сократился. Вооруженные силы постепенно делают ставку на контрактную армию.